Часть вторая у меня предполагает анализ политических и общественных институтов России, которые есть, а именно партии, выборы, средства массовой информации, общественные организации, федерализм и местное самоуправление. Так, начнем по порядку, с политических партий, как они обозначены. Есть некий институт, мы все слышали про политические партии, мы их видим, знаем и так далее. И у каждого есть какое-то представление, два представления. Одно, какая партия должна быть, как по-вашему, какие функции должна выполнять политическая партия, для чего она вообще нужна? Во время выборов обеспечить людей, это, то есть кандидатов выставить, да, и вот все. Чтобы вот организовать людей так, хорошо. чтобы они там должно быть? В классических демократиях, скажем, 19-го, начало 20 века, роль партии, выработка политической платформы. Значит так, то, что я услышал, платформа, да? Ну да, выработка политической платформы и создание элиты альтернативной, естественно, в ее... управляющих альтернативных команд в ее недрах, пока она в оппозиции. Создание элит. Альтернативных. Ну, контр-элит. Ну, не обязательно контр. Почему? Ну, правящая партия, какой-то как во всех странах существуют элиты и контр-элиты, и они периодически сменяют. Давайте напишем элит, и туда и тех, и других отнесем, и... если вы не против. Ну и приход к власти для реализации программы, если население поддерживает это дело. Давайте я назову так, создание конкуренции. Нет, это не так. Вообще, создание конкуренции. Это именно вот создание, пути решения, вот каких-то задач. Приход к власти и создание конкуренции. Ну, политическая конкуренция, напишите, да, правильно. Политическая конкуренция за власть. Ну, но это уже следствие, а цель-то ведь, собственно говоря, в том, чтобы максимально взять власть в свои руки у любой партии. Ну, это сложный вопрос. Это бесспорный вопрос. Любая партия создается для того, чтобы максимально власть взять власть. Власть берет в руки конкретный человек, а партия, так, она проводит... Есть программу. Еще? Да, есть. Отработка некоторой стратегии развития общества. Ну, вот это политическая платформа. Да. Создание элит и... политическая конкуренция, ну, приход к власти. Использование преимуществ парламентаризма. Но это механизм уже. Ну, партии без парламента не имеет смысла. Ну, это не, ну, это функция парламента, наверное, а не... В случае партии. Победы на выборах, партия, реализация максимальной возможности. Связка между обществом и властью. Связка. А власть кто? Связка между обществом и властью. Ну, в принципе, да. Между обществом. Тогда ну, уже бюрократией. Элитой, и политической элитой, да, бюрократией. Ну, я должен признаться, что из того, что я написал, уже все названо. В общем, поэтому, ну, начну со связки между обществом и властью. Само название партия – это часть. Партия – это часть общества. Если я вру, то вы меня поправляете. Предполагается, что партия представляет интересы. Вот, кстати, выражение интересов сюда же. Интересы какой-то части общества. И с помощью политических институтов добивается реализация этих интересов в парламенте, во власти и так далее. Это одна функция. Вторая функция предполагает, что партия создает какие-то предложения, ну, политическую платформу. Предлагает проекты решения проблем, стоящих перед страной. И эти проекты продвигает. То есть и люди... народ страны, голосуя на выборах, выбирают между теми или другими проектами решения проблем. Создание элит. Предполагается, что есть одни управленцы, а у партии, которая оппозиционная, есть другие управленцы, которые в любой момент готовы прийти и заменить собой тех. И при этом партия, кстати, тоже еще момент, гарантия качества, как сказать, ответственность за своих выдвиженцев, вот. То есть партия не просто говорит, вот вам кандидаты, она еще как-то отвечает за то, что эти кандидаты потом делают. И политическая конкуренция, то есть то, что партия не занимается тем, что изображает борьбу нанайских мальчиков, а реально вступает в конкуренцию и пытается занять те посты, на которые она претендует. Теперь посмотрим, как у нас. А вот про конкуренцию я все-таки не совсем согласна, потому что если партии, например, могут три партии одинаковые цели преследуют, зачем им конкурировать? Но мы же обсуждаем, как должно быть, а не как не должно быть. А сейчас, хорошо, если
ситуация такова, как вы описываете. Зачем эти три партии существуют порознь? Почему они не являются одной партией? Вот у нас была ситуация на выборах губернатора. Был Владимир Филиппович Городецкий от партии «Единая Россия». И было два кандидата, один от «Справедливой России» и другой от ЛДПР, которые очень старались, чтобы их не выбрали. Это пример отсутствия конкуренции. Пример наличия конкуренции – это выборы мэра Новосибирска, когда был Знатков от «Единой России» и Локоть от КПРФ. И была какая-никакая борьба, и была победа кандидата от оппозиции. Вот эта ситуация, когда в одном случае есть конкуренция, в другом нет. Мы от партии ожидаем, что они нам будут предоставлять конкуренцию. То есть, если партия не участвует в конкуренции, если она просто говорит, а потом не участвует в выборах, зачем она нужна? Политическая платформа. Что предлагают наши партии? У нас проходили выборы в Заксобрание. Кто-нибудь может сказать, в чем отличалась позиция коммунистов от позиции «Единой России», а тех, в свою очередь, от позиции «Справедливой России»? Кто-нибудь заметил разницу в политических позициях этих партий? Кто-нибудь знает какую-нибудь проблему, о которой шел спор? Там, как реорганизовать общественный транспорт? Где строить мост очередной? Вот у нас потом начались бурные споры, где надо строить этот мост. На выборах спорах о том, где пройдет четвертый мост, не было. Почему? Программы были сделаны. У КПРФ была программа из определенного количества пунктов. Да, она была программа. Мы сами в том числе мы ее сами читали, да, эту программу. Ну, я практически ответственно могу сказать, что программы на выборах очень мало имели отношения к реальности. И, кстати, программа у КПРФ была на выборах мэра, только более-менее. Между прочим, у Сергея Паука Троицкого была хорошая на выборах. Давайте мы сейчас не будем вдаваться в причину, почему этого нет. Мы просто зафиксируем, что есть, чего нет. То есть политплатформа, я думаю, все согласитесь со мной, что она есть якобы в общих чертах. То есть КПРФ, условно говоря, выступает за коммунизм. Единая Россия якобы центристы и так далее. Но в деталях, когда доходит до выборов, понять, в чем поменяется политика нашей власти, если победят не эти, а те, затруднится любой. Они сами затруднятся сказать, в чем она поменяется. Создание элит. Вот эта функция, которая вообще напрочь отсутствует. У нас в правящей партии регулярно говорится, у нас короткая скамейка запасных. Мы видим, как они мучительно нам выбирают губернатора следующего. Берут прошлого мэра, который устал, ушел с поста мэра, потому что устал. А тут он отдохнул и сразу готов к губернатору. Политическая конкуренция. Это мы тоже наблюдали в полный рост во время выбора губернатора. Нельзя сказать, что ее нет. На выборах мэра она была. А к выборам губернатора уже исчезла. Связка между обществом и властью. Это тоже очень важный пункт. В общем, есть большой вопрос. Что представляют собой реальные политические партии Новосибирска? Я не хочу обидеть присутствующие здесь партии, но тем не менее скажу, что вы все-таки клуб любителей, так сказать, политики из нескольких десятков человек. У вас нет отделений за пределами Новосибирска в основном. У некоторых есть, но очень выборочно. На выборах местного самоуправления, где нужно выставить, там, грубо говоря, 1000 кандидатов, вы в лучшем случае можете выставить несколько десятков и так далее. До недавнего времени в России существовала только одна партия, которая обладала признаками партии. Это Коммунистическая партия Российской Федерации. Я их не люблю, но тем не менее могу признать, что они обладали отделениями. У них была какая-никакая идеология, у них была внутренняя политическая жизнь и внутренняя демократия. Где-то в середине нулевых они тоже сломались. Там произошло замещение. Теперь это такой конгломерат политических брокеров, политтехнологов под красными знаменами и примкнувших к ним, там, условно говоря, бизнесменов. Остальные партии зачастую представляют собой просто, ширму, не ширму, симулякр. Да, то есть нужно, есть люди, которым нравится идея социального равенства, справедливость и так далее. Мы для них делаем справедливую Россию. Есть люди, которым нравится имперская идея. Мы им даем, с одной стороны, Жириновского, с другой стороны, партию Родина. Пожалуйста, вам есть за кого голосовать. Есть демократ, яблоко. Либо Союз правых сил. То есть, когда яблоко себя плохо ведут, мы вытаскиваем на арену Союз правых сил, во главе с людьми, которые потом становятся самыми большими оппозиционерами. Они поддерживают политику власти где-нибудь в Чечне и проходят в парламент. Потом не поддерживают, не проходят. Но сказать, что они часть общества, нельзя. Мало того, есть проблемы с представлением интересов. Потому что, чьи интересы представляет КПРФ? Нельзя сказать, что они совсем не представляют интересы общества. Это неправда. Но в основном все-таки у КПРФ Новосибирской области, это действующая организация,
которые являются субъектом политики, несомненно, у них главный интерес – это самовыживание, как минимум сохранение своих позиций, а еще лучше их увеличение. Но это интерес коллективный, ну, грубо говоря, 100-200 человек, которые составляют актив КПРФ. К тем тысячам людей, которые за них голосуют, этот интерес очень опосредованно имеет отношение. И, к сожалению, коллективный эгоизм не сильно лучше, ну, индивидуального эгоизма. То, как они порой себя ведут, то есть они избираются, потом вступают в сделку, ну и там, грубо говоря, продают свой электорат. В защиту КПРФ должен сказать, что они находятся в очень тяжелой ситуации. Более принципиальные люди уже давно сошли с политической сцены и вообще никого нигде не представляют. А так как людям, которые находятся в реальной политике, нужно постоянно решать проблемы выживания, финансирования, сохранения политической лицензии на право представлять соответствующий электорат, то их политическая позиция является таким результатом множества компромиссов. Большую часть из этих компромиссов мы не видим, никогда о них не слышим и не знаем. И если они после этого еще что-то для нас делают, то надо сказать за это большое спасибо. Ответственность. Ну, никакой ответственности нет. То есть у нас избирается в Бердске Потапов, берет взятку под видеозапись, а потом коммунисты с чистым сердцем идут на следующие выборы и побеждают. Да. То же самое с Единой Россией, то же самое с ЛДПР, то же самое с Справедливой Россией. У нас вообще нет в политике нет связи между проступком и последующими, скажем, проблемами в карьере. В этой системе так принято. Если тебя берут, то не предполагается, что ты начнешь взбрыкивать, показывать свою принципиальность или там давать интервью по поводу того, как все неправильно устроено. Предполагается, что тебя взяли, тебе говорят, что делать, ты это делаешь. И вот человек, который честно так поступает, с точки зрения системы, хороший. И у него накапливается положительная репутация в этой системе. С точки зрения нас, пользователей этой системы, он делает какие-то глупые решения, а он их делает не потому, что ему так хочется, а потому, что ему так сказали делать. Мы можем видеть, что он там преследует чьи-то явные интересы коррупционные, а он их преследует не потому, что он сам лично себе в карман берет, а потому, что ему сказали это сделать, а потому, что там за этим стоят какие-то договоренности и так далее, более высокие. И поэтому, с одной стороны, на наш взгляд, этот человек должен был бы накапливать отрицательную репутацию, но с точки зрения системы он накапливает положительную репутацию. Те смотрят на него со стороны и говорят: о, этот человек соблюдает слово. Знаете эту легенду, почему Ельцин Путина назначил преемником? Но когда решался там вопрос, там была чехарда премьеров, сначала Примаков, потом Степашин, а потом Путин. И про Путина важным очень аргументом было то, что Путин спасал Собчака. То есть Собчак был сюзереном Путина, как вассала в Петербурге. Когда у Собчака закачало кресло и так далее, Путин его не бросил, как многие другие поступили, а попытался вытащить, помочь там, ну, в общем, как-то спас от тюрьмы. И это, то есть с точки зрения коррупционной составляющей, ну, что такое, на Собчака завели уголовное дело. Он, ну, вроде как, по формальным признакам, его любой честный человек должен от него отказаться, сказать, там, конечно, сажать его в тюрьму, вот. А Путин поступил прямо наоборот. Но с точки зрения системы, Путин поступил, как положено в феодальной системе. Значит, по мнению Ельцина, значит, он и меня не сдаст, если что. Ну и в общем и целом, ну, Путин оправдал эти ожидания. Следующий институт. Выборы. Какие функции должны выборы выполнять? Можно? Да. Первая функция — как раз создать баланс интересов между обществом и властью, государством, я бы так сказал, между обществом и государством, установить баланс интересов. Баланс интересов. Да, вторая функция — обновление элиты, третья функция — легитимация власти. Ну, это основные такие три, я бы сказал. Обновление, легитимизация. Так, еще какие-то есть идеи? С точки зрения партии, партия видит свои ошибки. Ну, реализация объявленной политики, обратно, программ. Обратная связь. Ну, да, система обратной связи. Какие функции они должны выполнять? Социальные лифты. Вообще лифты, вот, я думаю, это важно. Ну, это вот обновление элит. А, обновление элит, да. Это понимается. Так. Выпуск пара. Не, ну это легитимизация. Это тоже обратная связь? Ну да, это обратная связь.
Выпуск пара – это легитимизация. Реализация воли народа. Но это баланс. Это легитимизация. Не, а мне кажется, кто-то вот сказал, выпуск пара – это отдельная функция интересная. А вы считаете, это не то, что легитимизация? Это на самом деле, если это чтобы тебя не застрелил охранник, спросил, кто ты такой. А выпуск пара – это чтобы народ сбросил. Ну хорошо. Выпуск мне пара, кажется, это одно и то же, наверное, напишу. Выпуск пара. Но... Установление гражданского общества. Это может быть? А как выборы обновляют гражданское общество? Никак, по-моему. На мой взгляд, они убивают гражданское общество. Они обновляют. Так, давайте посмотрим по факту, что у нас есть. Баланс интересов. Ну, как я понимаю, что это означает? Что на выборах кандидаты, которые избраны от какой-то группы населения, приходят и говорят, мы представляем вот эту группу населения, у нее такие-то интересы, мы хотим, чтобы они были так-то и так-то учтены в таких-то вопросах. Вот. Им что-то отвечают, они возвращаются к своим избирателям и говорят, вы знаете, нам ответили вот то-то, там, давайте выразим свое недовольство. Или наоборот, давайте мы поддержим такое-то решение. Есть ли у нас... такое. Баланс интересов всего общества у нас может нет. Баланс интересов отдельных групп вполне себе на выборах решается. Они не через выборы. Баланс интересов отдельных групп у нас учитывается не в ходе выборов. Да, точнее так, выборы некоторую роль играют в этом, но совсем, в этом да, но совсем не ту, которую хотели бы. Обновление элит. Выполняют ли выборы у нас функцию обновления элит? Ну, немножко выполняют. Мэров мы новые избрали. У нас есть кандидаты, которые побывали депутатами уже от трех партий. ЛДПР, Справедливая Россия. То есть Единая Россия, ЛДПР, Справедливая Россия. Вот там. Если даже не считать предыдущие истории, да, Единой России еще. Ну да, с предыдущей истории, естественно. Легитимизация. Да, вот это они выполняют. И выпуск пара, ну, это туда же все. Ну, то есть выполняют, да. То есть у нас основная функция выборов – это чтобы каждый избиратель знал, в том, что происходит в стране, виноват лично он. Потом... Стоп, а протесты 2011 года, декабря, как исполнили выборы функцию легитимизации? Никак абсолютно. Это тут власть заигралась и немножко вот эту функцию потеряла. Потом отыгрывала обратно. Так, обратная связь. Ну, это сами партии. Но... Нет, слышат, ну, нету слышат. Никакой обратной связи. Нет, неправда, обратная связь есть на самом деле. Есть. Да, она есть. Ну, она есть, да, но... Ну, она какая-то опосредованная есть. Ну, скажем так. Да. Они учли и скорректировали, но линия-то не меняется. Во-первых, скажем так, у нас есть чисто новосибирский феномен в том, что у нас система работает существенно лучше, чем в среднем по стране. То есть у нас есть конкуренция на выборах, а у нас в результате конкуренции реально сменился мэр, например, и угроза смены, обновления элит есть. А в соответствии с этим начинают работать и обратная связь, потому что, когда появляется реальная угроза того, что вместо тебя на это место сядет кто-то другой, человек начинает бегать там, обращаться к общественным активистам, просить их не возмущаться сильно, либо наоборот поддержать. Вот. Но в среднем, скорее, все это довольно плохо работает. Так, ну и теперь к вопросу феодализма, откуда он возникает. Вот это вот ключевой момент выборы. То есть как происходят выборы? Избиратель каждый раз видит новые лица, которые ничего ему не говорят. Он не знает, чем они занимались раньше, чем они занимаются сейчас, что эти люди собой представляют. Я часто в таких случаях спрашиваю, кто из вас знает своего депутата городского совета? Можете поднять руки. Так, ну я обращу внимание, что здесь политически... Не, но все равно меньшинство. Согласитесь, да, примерно один из пяти знает. Теперь следующий вопрос на засыпку. А кто знает, чем этот депутат занимается? В каком плане? Ну, в прямом, что он там делает в горсовете? За что он голосует? Против чего голосует? Это, скажем так, чрезвычайно большой процент людей, которые знают. Целых 4 человека у нас в аудитории знают, чем занимается их депутат. Но я обращу внимание, что все-таки наши депутаты получают не 4 голоса на выборах кандидата, они получают 1000 голосов. Из чего можно сделать вывод, что из этих 1000 голосов примерно там 90%, а может быть даже 99% людей понятия не имеют, чем этот человек занимался предыдущие 4 года, за что он голосовал, не голосовал, отражал он его интерес или не отражал. На что ориентируются те люди, которые голосуют за депутатов? Ну, тоже очень грубо. Либо они ориентируются на мнение начальника, который сказал, иди голосуй за этого человека, потому что он полезен нашей фирме, либо так сказал наш мэр,
что надо за него проголосовать, либо еще как-то. Либо они ориентируются на деньги. Деньги не в прямом смысле может быть подкуп, а может быть то, что кандидат отремонтировал им косяк в подъезде, там, ну, накануне выборов, песочницу, песок заменил или еще что-то в таком духе. То есть это по факту тоже подкуп, хотя он так прямо не воспринимается. То есть мы видим, что 4 года человек занимается своими делами. Он считает искренне, ну это правда, что он этот мандат купил. То есть он за него заплатил деньги, получил мандат, теперь делает с ним что хочет. Через 4 года он приходит, снова выкладывает деньги, снова получает голоса. Этот цикл у нас стабильно работал, работает, начиная с 90-х годов. Я стоял у истока этой процесса. Процедуры впервые деньги на выборах в России появились в 93-м году. В 90-м году не было денег. То есть люди как-то общались между собой, все было очень бурно, всем было очень интересно. И, конечно, было полно демшизы, это что называется, и очень странных персонажей. То есть, например, у нас в городе были районные советы, то есть 10 районов, в каждом районе районный совет. В районном совете 100 человек, 100 депутатов районного совета. Вот в Железнодорожном был такой персонаж, в Дем России он был. Он по виду был явно пролетарий, он пьянствовал. Ну, тоже по виду было видно. И потом я в течение нескольких лет его встречал на улицах. И он каждый раз все был хуже и хуже. Последние разы, когда я его видел, он ходил по метро с коробкой «Сбор пожертвований для сирот», что-то в таком духе. И при этом по его виду было видно, что это не для сирот, а для него. Такие персонажи там в 90-м году попадали. Но это было без денег. В 93-м году появились первые деньги. Уже тогда появились кооперативы. Что-то какой-то интерес появился, начали получать. В 96-м году, известно, это бабло побеждает зло. И вот с тех пор этот цикл вообще пошел. То есть, а именно деньги, власть, власть конвертируется обратно в деньги, и снова голоса, и снова власть. Путин существенно сократил этот цикл, выкинув из них деньги. То есть зачем? Власть, сразу голоса. Это экономично с точки зрения экономики. То есть зачем тратить на этих политтехнологов, на эти выборы и так далее, когда можно напрямую через телевизор все проблемы решать. Тем не менее, тогда, в начале, середине 90-х, политическая система оторвалась от избирателя. Избиратель стал вообще кто? Это, ну, некая функция, которую... То есть ты берешь политтехнологов, даешь им деньги, они тебе приносят голоса этих избирателей. А что они там хотят? То есть эта проблема на политтехнологов осталась. Вы пообещаете им такое, чтобы они за нас проголосовали. Один кандидат, помню, говорил, а можно я не буду встречаться с избирателями? Она потом стала депутатом Госдумы. И, кстати, не самым худшим. А дальше, когда мы задумаемся, а как вот эта система жила дальше? И как она эволюционировала? Мы поймем следующее. У нас в стране в 90-е годы закон, что дышло. Ну, знаете, этот известный анекдот, как Абрамович судился с Березовским. Ну, кто не знает, расскажу. Приносит Березовский в суд 3 миллиона долларов, Абрамович приносит 2 миллиона долларов. Друг против друга судятся. Суд заседал и решил отдать Березовскому 1 миллион долларов и судить по справедливости. Когда мы имеем систему, в которой за деньги много решается, ну или за административный ресурс, мы видим, что на самом деле нет никакой грани между деньгами и властью. То есть одно перетекает в другое, а то потом обратно в деньги. Поэтому в такой системе говорить о деньгах или о власти, ну, нет смысла, можно говорить о неком ресурсе. Дальше мы имеем кучу кланов, кучу людей, которые борются за ресурс. И тоже очень простая игра политэкономическая. То есть вот у вас есть игроки, у каждого есть ресурс. Чем больше ресурс, тем больше возможности захватывать новый ресурс. Ну, естественно, обороняться от него. Так называемая игра с нулевой суммой. Нападаешь на кого-то, у тебя, скажем, в два раза больше денег, чем у него, ну, ресурса. Ты, скорее всего, победишь. Но если кто-то объединится с кем-то еще более крупным, то они тебя победят. И вот такая игра идет, и легко предсказать, чем она закончится. Многие, наверное, играли в стратегические игры. Стратегические игры устроены по такому же принципу. Игрок захватывает новые рудники, новые города, у него становится больше армия, он идет дальше, захватывает, и известно, чем кончается. Что один игрок всех побеждает. До 2003 года у нас эта игра шла, а в 2003 году один игрок всех победил. Есть проблема управления. Она связана с тем, что так как у нас нет аристократии, то у тебя есть проблема в том, что ты захватил структуру, в которой 6 или 7 или 8 уровней управления. Как известно, самый гениальный менеджер может вниз дотянуться там, ну, на 2, на 3 уровня. А Россия настолько огромная страна, что из самого верха дотянуться до самого низа невозможно.
ты вынужден как-то управлять этой системой. Как ей можно управлять? Очень просто. Ты когда захватываешь очередной клан, ну, в смысле, побеждаешь, приводишь подчинение, ты его не уничтожаешь. Ты им говоришь: так, ребята, вот вам такие правила. Первое, отстегивайте мне. Второе, выполняйте мои поручения. Третье, выполняйте вот такой вот перечень требований. Грубо говоря, губернаторам перечень требований понятен. Чтобы народ был более-менее доволен, чтобы не было митингов и демонстраций, чтобы вы там соблюдали какие-то показатели экономические и политические. Этот список вполне официально объявлен. То есть уже когда система начала структурироваться, даже часть этого оброка была формализована. Но, тем не менее, если задуматься, что эта система напоминает, иерархия, так сказать, подчиняющихся кланов, это и есть тот самый феодализм, о котором пишет Шлепентов. И этот феодализм образуется в тот момент, когда на выборах система отрывается от избирателя. То есть избиратель становится неким электоратом, и эта система смыкается с избирателем только на самом верху. На самом верху сидит Путин, ему важно, чтобы в стране были довольны люди более-менее, чтобы у него был рейтинг хороший, а это связано, естественно, с их уровнем обеспечения. Вот. И он, с одной стороны, управляя страной через вот эту вот иерархию кланов, ну, пытаясь их выстроить в вертикаль власти и так далее, с другой стороны, задает им некие, ну, стандарты управления. И поэтому, когда некоторые говорят, что на Украине вот демократия сохранилась, а у нас... На Украине просто они не дошли до, ну, они не доразвились в своем эволюции до той степени, в которой Россия. Россия впереди Украины существенно. И была, и остается в этом смысле. То есть просто прогресс не всегда, ну, похож на то, что вы о нем представляете. И вот так вот эта феодальная система и получилась. Насколько она там устойчива, насколько она необратима и так далее. Ну, на мой взгляд, не очень. Потому что, во-первых, это отрыв невелик. Во-вторых, нет ни одного человека, даже в этой системе, который считает, что это нормально. То есть общественное мнение, какое оно ни на есть, среди чиновников, среди членов этой системы, среди общества, не готово признать, что вот такая политическая система – это нормально. Ну, поэтому, по-видимому, те или иные изменения, они, ну, будут происходить. Но они происходят, мы видим. Правда, они тоже не всегда такие, как нам хотелось бы. Ну ладно, давайте перейдем дальше. СМИ. Кто скажет, чего вы ждете от СМИ? Как, в исполнении каких функций? Объективная информация. Оперативная информация. Чтобы все точки зрения представить. Ну, это и есть объективная. Нет, объективная. Активность. Оперативность, конечно. Точки зрения. Альтернативная, да. А что еще? Оперативность, быстрота подачи. Какие-то журналистские расследования разных тем. Расследование. То, что не может обычный человек сам. Все? Ну, глубокой аналитики на самом деле. Аналитика. Ну, давайте я еще добавлю. Репутация политиков. То есть СМИ, если, скажем, явно негодяй вылез в кандидаты, СМИ об этом должны написать. Так? Ну, давайте пройдемся. Объективность. А насколько у наших СМИ представлена? Ну, вы о какой части СМИ? Есть СМИ широкого доступа? В целом, в среднем по больнице. Ну, процент 3-4-5, смотря что читает. Новую газету, «Коммерсант». Объективность, ну, страдает. Это не точно. Ну, скажем так, хорошо. Представлены ли разные точки зрения, насколько? Не всегда. У телевидения у нас тоже федеральный. Так, оперативность. Ну, я тут, не знаю, тут, по-моему, нет претензий. Расследование. Важный момент. Что вы скажете на наличие расследования? Большая проблема. Единичные СМИ, типа «Коммерсанта», да, там, могут позволить. Давайте так. На федеральном уровне бывает, да? А в Новосибирске вы помните расследование давно? Нет? Кто-нибудь? По делу офицерам полиции «Мозго» или «Мозга» сбитой девушки. То есть очень эпизодически бывает, да? Аналитика. Как у нас с аналитикой в СМИ? Ведущий аналитик Тайгин. Да, я как весь аналитический отдел. Репутация, ну, так сказать, слежка за репутацией. Насколько с ними справляются? Ну, в зависимости от того, сколько им платят. Не, ну, в целом, удовлетворительно или нет? Можем узнать и СМИ. Я пару слов скажу как журналист. Ко мне часто выходят и говорят: вы, журналисты, должны то-то. Мне очень хочется сказать: я должен только тем, у кого занял. То есть, есть простая вещь.
есть романтическое представление о СМИ, о честных журналистах и так далее, а есть скучная реальность, в которой ты работаешь за небольшую зарплату, переписывая пресс-релизы администрации. Вот. При этом у тебя, естественно, нет... То есть расследование требует, грубо говоря, недельной работы журналиста. А недельная работа журналиста стоит, ну, даже, там, ну, скажем, 7 тысяч рублей. Никто не даст этих 7 тысяч рублей, никакая редакция. Нет, при этом собственники твоего СМИ, как правило, получают деньги от областной и городской администрации. За то, что не было расследования, не получают деньги. Так нет, в этом и смысл. Не, ну, понятно. А журналистам же надо что-то кушать. Поэтому, когда мы вот эту... так сказать, идеальную картину сравниваем с реальностью, мы видим существенное несоответствие. Хотя отдельные элементы, ну, бывают. Сравнение с Кузбассом у нас хорошо. Меня, кстати, удивило с Кузбассом. Я, то есть, как будучи жертвой пропаганды тоже, я всегда считал, что в Кузбассе социально-экономическая ситуация лучше, чем в Новосибирской области. У нас же популярна мифология о том, что как Тулеев заботится о людях. За прошедший период численность городов Кузбасса упала на 13%, а численность городов Новосибирской области выросла на 3%. Что означает, что люди ногами голосуют против Тулеева. Но я... Вот вопрос. Вы только вы хорошо рассказали о мотивации журналиста. И если это соединить с тем экраном, который вы предыдущий нарисовали, вы ждали ответ, почему? Грубо говоря, как только деньги были исключены из политической борьбы, то исчез источник финансирования, расследований и так далее. Без финансовых центров нескольких не может существовать. СМИ не независимые, а просто от разных... Ну, есть просто... большая проблема в СМИ. Это отсутствие платежеспособного спроса на объективную информацию. Потому что вы все хотите, чтобы журналисты были такими-сякими там и так далее, но платить за это в массе своей не готовы. То есть у нас нельзя там, вот давайте мы будем честные СМИ и только на вас работать, а вы нам будете платить за то, что мы для вас пишем. Давай не вообще не готовы, а в массе своей не готовы, чуть-чуть. Потому что, тем не менее, платные подписки существуют. Во-первых, платные подписки появились недавно, это недавний феномен. Появились они только на федеральном уровне, на региональном пока нет. Поэтому говорить об этом как массовом явлении, которое вот сейчас вот все перевернет, когда этот массовый спрос появится, он, конечно, не сразу появится, постепенно, тогда многое изменится, да. Но пока что вот ситуация такова. Следующий у нас пункт – это общественная организация. Чего мы ждем от общественных организаций? Много ли среди вас членов профсоюзов? От официальных членов? Немного. Ну вот профсоюз как типичный пример. Чем должен заниматься профсоюз? Он должен заниматься защитой прав трудящихся. Вот это у нас их и нету, что вот такой ответ. Общественная организация существует для того, чтобы люди в ней могли отстаивать свои интересы. Не она их интересы, а они в ней. Потому что разговор «сделайте для меня» означает, что общественных организаций нет. Это возможность людям проявлять свою активность, не будучи в политических партиях. Будучи защищенными. Да они не кем защищенными. Общественная организация — это сами люди. Нету, это не внешние структуры. Ну, это идеализм. Это вы и есть. Я выявил уже два. Отстаивать интерес, проявлять активность. Когда в каком-то там махровом 2000-м году американец читал нам семинар по поводу того, как правильно политическую строить партию и так далее. Ну, тогда еще это было можно, не считалось преступлением. Он говорил, вот у нас есть социологические данные, зачем люди идут в партию. 95% людей идут в партию ради общения. А вовсе не для того, о чем вы думали. Кстати, выступать экспертами. Не, это тоже важный момент, кстати. Еще этические ценности. Вот, я зафиксировал 4 Но функции, которые мы как-то ожидаем от общественных организаций. Отстаивать интересы – это важная функция. Наши коллективные интересы, чтобы мы вместе в этой общественной организации отстаивали. Не она, а мы вместе в ней. Проявлять активность социальную, общение людей друг с другом. Вот мы тут с чем занимаемся. И эксперты. Но вы все-таки этические. Ну хорошо, я напишу, хотя я не очень понимаю. Что, ну ладно. Потому что очень этические. Много организаций. Этические что? Этические ценности. То есть люди объединяются вокруг интересов. Нет, я думаю, что это попадает под интересы, потому что этические ценности вполне могут быть интересами. Так, что у нас есть по факту? По факту у нас точно есть общение. И проявлять активность тоже у нас есть, потому что у нас есть много организаций, там, вот, ну, волонтеры ходят, помогают старикам.
очищают реки, ездят на велосипедах и так далее. Это все активность. А вот насчет отстаивать интересов. Вот тут я сильно поспорю насчет того, что эта функция есть. Потому почему? Что организация же может организация нанять юриста, например, и она может, она может, но она этого не делает. Нет, почему не делает? Нет. На самом деле это некоторые делают. Не так. Я согласен, да, некоторые. А, может поспорим об этом, Алексей, потому что я-то как раз могу привести более чем достаточно фактов, как мы это делаем. Нет, если организация согласна. Ну да, давай поспорим. Назови, все очень просто, назови, на самом деле. Подожди, назови организацию, которая отстаивает интересы более-менее квалифицированно. Ну, допустим, та, которую я с товарищей создал. Ассоциация обманутых дольщиков инвесторов. Я могу даже больше перечислить там. Да, естественно. Автомобилисты. Всякие. РДДО там. РДДО. Что еще? Защита животных. Animal Liberty, так называемая. Ну, во-первых, вот тут поспорили. Что, как они защищают свои интересы? Я их не видел в политическом поле. Они защищают интересы тех, кто, собственно говоря, заботится о животных. То, что мы перечислили, это скорее исключение из правил. Большинство организаций, большинство общественных объединений и там групп людей не могут сформулировать свои требования к власти, не могут адекватно донести эти требования в нужное место, нужному человеку. Вот простой пример. Был случай всем известный, когда некий гончар защищал свою дочь, к нему наркоман пытался ломиться в квартиру, он его выпихал и там ударил. Тот в результате умер. Гончара осудили. Появляется петиция на сайте Change.org, адресованная, кому вы думаете, мэру нашего города Анатолию Локтю. Мэр города Анатолий Локоть никакого отношения к судебной системе не имеет. Никак повлиять на решение суда он не может в принципе. Вот. Тем не менее, люди радостно вывешивают эту петицию и радостно под ней ставят подписи. Вот. Это довольно типичный пример, хороший пример, потому что дошло дело до петиции, она попала в СМИ, ну и какой-то шум по этому поводу был. А обычно люди даже не знают. Вот у меня был диалог тоже в Фейсбуке, там, вот давайте защищать права инвалидов. Им по нашему городу невозможно передвигаться. Я говорю, отличная тема, давайте защищать. Для этого нужен инвалид, который будет этим заниматься, потому что, то есть если дело никто не делает, оно не двигается. И для этого нужно четко сформулированные требования. А что вы хотите от нашей власти с той стороны? Ну, мы хотим, чтобы мэр Локоть проехал в инвалидной коляске по нашему городу и почувствовал, каково это. Но, тем не менее, все видели эту акцию. И есть организации, я с двумя знакомы, которые ведут достаточно активно по поводу вот этих площадок в автобусах, то есть вот эта мелочевка, Я не спорю, что, наверное, кто-то этим занимается. Я привожу пример того, что у людей есть проблема с пониманием, кто отвечает за те или иные вопросы во власти, кому обращаться. И что, собственно говоря, требовать? Потому что требовать, что не проехались. Но была пиар-акция, когда председатель горсовета проехался с рядом депутатов в инвалидных колясках. Это было накануне выборов в законодательное собрание. Нужно было показать, что Единая Россия с народом, и в том числе с инвалидами. Вот. Имела ли эта акция продолжение в виде конкретных там, законодательных актов, обращений, в смысле изменений в регламентах, я не знаю. Сомневаюсь, что она имела. Вы с любой проблемой, когда сталкиваетесь, то у вас безобразие, снег там не почистен или еще что-то. Что вы хотите потребовать и от кого? Вот на этом этапе уже начинаются большие проблемы. Казалось бы, общественные организации могут, не буду проявлять слово «должны», могли бы этим заниматься. И есть примеры, когда они этим занимаются, есть удачные примеры. Мало того, практика нашего города показывает, что если человек или общественная организация целенаправленно занимаются какой-то проблемой, знают, в какую точку давить и так далее, но они своего добиваются. Мы как-то с одним знакомым, он говорит, а назови мне пример хотя бы одного общественной организации, которая бы целенаправленно в течение года хотя бы добивалась какой-то проблемы и ничего бы не добилась. И мы стали перебирать, и не было такого примера. То есть если какая-то общественная организация целенаправленно, методично чем-то занимается, успехи всегда есть при движении. Мало того, тоже РДДО. В общей сумме там поучаствовало в их акциях порядка 200 человек. В результате были приняты решения на федеральном уровне в том числе, которые перенаправили с одних программ на другие десятки миллиардов рублей в рамках страны. То есть час стояния одного активиста в пикетах мамочек там, с детьми, каждая из них передвинула в бюджете 1 000 000 000 рублей, каждая из них. А говорить, что ничего невозможно добиться, там, это довольно глупо. Но время просто другое было. Неправда, и даже никаких сейчас совершенно спокойно можно менять ситуацию. Следующий в нашем перечне вопрос – это федерализм. Хорошая была такая реплика,
Вот в слове Российская Федерация какое слово лишнее? Название государства. Давайте перейдем к федерализму. Так, сейчас, давайте сразу договоримся, что ни в коем случае под этим словом не имеется в виду отделение, особый статус или еще что-то в таком духе. Нет, ни в коем случае. Вопрос, что такое федерализм, зачем он нужен? Есть какое-то представление? Федерализм, у нас же формально... федерализм это очень просто. Это, собственно говоря, правильное распределение, во-первых, бюджетных средств между метрополией и регионами. И вообще отсутствие такого понятия, как метрополия, а появление понятия федеральный центр. Вот, то есть пропорциональное распределение доходов. Большая самостоятельность регионов, как в плане законодательства, так и в плане, в принципе, выборных должностей, принятия каких-либо решений. Ну, можно сказать по-другому. Это дать возможность населению каких-то местностей организовывать жизнь по своим правилам. Да? Самоуправление. Ну да, то есть... Так, решение вопросов на местах, я так напишу, да, хорошо? Решение вопросов на местах, совершенно ясно. Остальное уже детали, там налоги какие должны быть. Это не детали. Бюджетное перераспределение – это как раз приоритетный вопрос. Не, ну если его нету, то просто не реализуется первая часть. Так, распределение денег, решение вопросов на местах, что еще? Что я забыл? Давайте я так сформулирую. Возможность решать проблемы в соответствии с местной спецификой, первое. Ну, это там, решение вопросов на местах, но не совсем. И второе, наличие конкуренции между регионами в способах решения тех или иных проблем. То есть не единый, когда не единым способом решается вопрос, как и чему учить детей в школах. Когда в одном регионе пытаются делать так, в другом так, потом сравнивают и выясняют, где лучше. Не, ну все-таки здесь конкуренция не сама цель, а скорее здесь наличие права решать. Вот наличие права решать местные вопросы самостоятельно. Ну как а дальше это? Идет обеспечение конкуренции. Ну, региональное законодательство. Было такое разнесение выражение, пусть расцветает 100 цветов, да? Это в Китае, по-моему. Определение ответственности за вопросы с федеральным центром и с местным, разделение этих вещей. И все. Я думаю, что обсуждать вопрос, как у нас сейчас, смысла особого нет, потому что как сейчас было правильно в начале, они поставили нас вообще за обсуждение этого вопроса. То есть по факт у нас в данный момент унитарное государство. Ну, за некоторыми исключениями. Думаю, все с этим согласятся, да? Ну, можно же привести простейший пример. При Ельцине максимальное распределение бюджетных средств в пользу федерального центра было 35%, в пользу регионов 65%. В целом, по всем налогам. Сейчас соотношение свыше 70% в пользу метрополии федерального центра приближается к 80%, и только около 20-25% остается регионом. Ну, можно вдаться в вопрос, почему так происходит. То есть у этого есть логика, с одной стороны, понятно, эгоистическая. То есть если федеральная бюрократия получила больше власти, естественно, и хочется иметь больше денег. А под это подводится обоснование. Но обоснование на самом деле не фиктивное. То есть обоснование, хотя его не произносил никто вслух, было примерно такое. На местах много воруют. И если дать вниз туда деньги и полномочия и так далее, все разворуют и все будет пущено неизвестно куда. В этом существенно доля истины есть. И... Ну, то есть место воровства должно смениться. Вот и все. Это всего лишь объяснение, Алексей. Нет, это объяснение, но мы должны понимать, что если мы ищем некоторый оптимум между той структурой или другой, то мы должны смотреть в том числе, насколько эффективно деньги тратятся при одной системе и при другой, и насколько много воруют, насколько много воруют федеральная бюрократия, насколько много ворует местная бюрократия. Ну, федеральная на порядок больше, конечно, это понятно. В процентах или в абсолютном? И в абсолютном выражении. Ну, во-первых, мы эти цифры не знаем. На самом деле мы эти цифры знаем. Потому что есть примеры бизнесменов, которые периодически их озвучивают. Вот. И понятно, что федеральный центр и то, как строили Сочи, весьма интересная история. Есть еще очень интересная история о том, как в Новосибирске строят транспортные объекты. И это тоже. То есть деньги сначала уходят в Москву, ну как, ну то есть они там аккумулируются. Но Москва дает. Но дает не на все, что угодно, а на некоторое. В результате у нас возникают мосты, которые недозагружены, развязки, которые недостроены, восточные обходы, которые выходят в район Академгородка и забьют его насмерть своим. Ну, в общем, есть проблемы чисто управленческие. Но, скажем так, у нас есть ощущение того, что баланс сильно перекошен в данный момент, сильно перекошен в сторону федерального центра. На сколько-либо тщательных исследований
у нас нет. Мы можем это так судить на основании, ну, нам так кажется. Обсудим давайте местное самоуправление. Что мы от него ожидаем, зачем оно нужно. В каком виде-то? В котором сейчас есть или в котором мы хотим его увидеть? Ну, пока идеальный вариант ожидаем. Ну, независимое законодательное. Нет, сейчас местное самоуправление не занимается законодательством. Это продолжение федерализма на бытовой уровень. Люди быт организуют по-своему. Да. Ну да, то есть смысл местного самоуправления в том, что люди управляют тем, что вот прямо рядом с ним находится. Там двором рядом, своим микрорайоном. Вот мы деньги скидываемся, на них же и устраиваем благоустройство. Предполагается, что люди понимают, что и как у них происходит в их микрорайоне, что они лучше других знают, что там как поменять, и, соответственно, все это делают. Но мы видим, что в реальности местное самоуправление, то есть Новосибирск — это вообще отдельный случай, это крупнейший муниципалитет в стране, и местным самоуправлением его называть можно только с большой натяжкой. Это большое такое государственное образование. А вот местное самоуправление в деревнях, оно полностью лишено финансирования. То есть сами местные люди денег не скидываются в него, естественно. Им дотируется это из бюджета. Дотируется очень мало. То есть там хватает на зарплату аппарату, плюс там, ну, немножко починить что-то, где-то какой-то косяк поправить. Естественно, никакого контроля общества за этими деньгами нет. И даже и близко местное самоуправление не играет никакой роли. Но я хочу обратить внимание на то, что у нас в России существует аналог местного самоуправления, в котором люди лично скидывают деньги на решение своих нужд, причем большие деньги. Вроде бы они, эти люди, должны быть заинтересованы, чтобы эти деньги тратились правильным образом, должны самоорганизовываться, организовывать контроль на траты этих денег, и ничего этого не происходит. Я про ЖКХ, наше любимое. То есть каждый платит за квартиру, каждый платит за уборку, за содержание, за вывоз мусора, за все подряд. Ежемесячно там 5-6 тысяч с каждого. То есть все налоги отдыхают по сравнению с этим. Все налоги, которые мы платим прямо или косвенно, они там. И что мы видим, где мы видим это наше замечательное местное самоуправление, где мы видим организацию людей, которые берут за. Нет, но тем не менее, есть две формы: ТСЖ и не ТСЖ. Вот разница есть. Согласен, есть. Есть примеры эффективной организации. Но если мы посмотрим в среднем по больнице, то примеров эффективной организации 1 из 10. Ну, грубо говоря, 1 из 10 домов хорошо организован, и 9 из 10 никак. То есть люди не контролируют, не хотят этим заниматься. И значит, готовы, не надо. Да, люди готовы платить ежемесячно лишние там 2-3 тысячи в месяц, лишь бы не лезть в эти вопросы и не присутствовать на этих ужасных заседаниях, где можно потерять 4 часа и стать седым после этого. У нас есть большие проблемы с местным самоуправлением, и не только потому, что нам его не дают. То есть в некоторых местах нам его дают, но мы брать не хотим. Ну, на этой оптимистической ноте я сегодняшнюю лекцию заканчиваю.